Привет. В нашей семье появился щенок. У него режутся зубы. И, естественно, обувь стала его очень сильно привлекать. Поэтому мы решили приобрести средства харьковского производства серии «Природа». Называется он «Санипед». Защита от сгрызания для собак. Вот. В этом флаконе, который объемом 250 мл, содержится дистиллированная вода, изопропиловый спирт и, что важно, экстракты гвоздики и полыни. Это натуральное средство, которое отпугивает и не нравится на запах собакам. Используется очень просто. Нужно обязательно взболтать, чтобы экстракты равномерно распределились по бутылочке. Переключить в режим спрея и сбрызнуть на обувь. Покупайте в магазине «Шиншилка».